Всем привет, к нам Летимур, сегодня продолжаем играть в GTA, ой, в GTA, в Майнкрафт. Да, сегодня, так, стоп, не подлагивает. Наверное, из-за того, что немного кошек. Да, мы продолжаем играть в Майнкрафт. Да, сегодня не самый удачный день. Желаю вам удачи на 1 сентября, то есть на сегодня. В тот промежутке, которого у меня не было, я смог добыть такого аксолотля. Чтобы его добыть, надо просто его найти где-нибудь в океане и зажать. Ну вот еще книжку поймал, когда рыбачил. Так. Надо мне его брать, я чуть-чуть ходил в мини-путешествие. Так, тут медь окисляется. Там оно медленно окисляется. Будем ждать, пока это вся медь окислится. Так, у меня здесь были ракушки. Здесь где-то были внизу, наверное. А вот я там увидел. Тут у меня 4 ракушки. Твой зубец есть. Такое себе. Давайте посмотрим, какие нам ачивки осталось выполнить. Их не так уж и много. Так вот это самое сложное. Потом вообще будет в конце. Так, мы можем вот... Так, это... 4... Мы можем вот это сделать сегодня. Так, еще что? Так. Пока что, наверное, все. Давайте возьмем лошадь. Поедем в пустыню, где кролики. Да, у меня тут поля вообще засеяны. Пшеницей. И еще этим. Морковью. В той стороне мой бывший дом находится. Старый. Где я раньше жил. Немножко подлагивает, надо просто отойти подальше. Так, тут волки ходят, у меня нету. Нет, кость есть. Можем его приручить. Все уже приручил. Так, пошлите дальше в пустыню. Так, сюда бы не упасть, чтобы волк не упал. Там цветочный лес. Сейчас надо нам бы как-нибудь перепрыгнуть. Ее надо перетащить. Она все равно туда хочет. Все, поехали. Так, я уже тут был, мои факела стоят, факелы. Всякие лук-батуты растут. Довольно тоже редкий биом. Цветочный лес.
Вот уже и пустыня. Это моя бывшая деревня, где я раньше жил. В одном. Здесь еще жители есть. И здесь вообще мертвые деревья. Вот как раз мой дом. Я раньше тут жил, там почти все вниз. Вот это первая пещера, в которой я был. В которой спускался раньше. Первые алмазы там добыл. Ты уже тут ходил? Опа. Давайте сразу меч возьмем, чтобы кролика убить. Вот они. Сейчас попробуем сесть. И вот это на всякий случай возьмем. Ненужная шкурка. Сейчас посмотрим, выполнилось достижение. Нет, еще. Еще одного давайте убьем. Их много, может, за ними. Только не надо, что они гоняются, конечно. Так из этого вообще ничего не выпало. Что-то не выполняется. Я просто пострелю их. Давай еще подстрелим. Что-то не выполняется. Ну все, я выполнил эту ачивку. Я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока.